До начала нового учебного года осталось уже меньше месяца, и глава города обращает внимание на то, что не везде на улицах есть тротуары. Их нужно срочно делать. 2 недели надо, чтобы тротуар был хорошо. А уже непосредственно в 18-й школе глава города проконтролировал завершение ремонтных работ. Спортзалы здесь ремонтируются по губернаторской и муниципальной программам, а вот фасад за счет средств шефов школы. Где они сейчас? Сейчас они работают в спортзалах. Это же шеф, они... Нет, это те же самые шефы. Да. Когда мне приехать по школе? Наверное, числа 20-го. Потому что, да, надо завести школу в порядок. Ну, вот сейчас они докрасят. Мы же договаривались. Потому что они работают на фасаде, а днем... В целом по городу ремонтные работы завершаются на 80 объектах образования. А вот проблема с нехваткой мест в детские сады в Кудепсе будет решена кардинально. К 1 декабря здесь достроят новый детский сад на 280 мест. Здесь же к мэру обратилась мама 2 детей и сама доктор, которая хотела бы уже выйти на работу, но 2-летнего ребенка оставить не с кем. Мэр пообещал решить проблему, поскольку медперсонала действительно не хватает. Наглядный пример. У детского отделения поликлиники в Кудепсе немало людей. Деток очень много, рождается. И на одного ребенка 5-10 минут, потому что вот так быстрее. Глава города распорядился решить проблему нехватки персонала и обеспечить в период вакцинации достойный прием детей без очередей под солнцепеком. Возникли у Анатолия Пахомова и нарекания в адрес санитарного состояния Кудепсте на расклеенные во дворах объявления и брошенные старые машины. А вот на рынке, который расположился между домами, порадовало наличие собственной сельхозпродукции. Помидоры, вот это мои. Хорошие. У меня киви тоннами, у меня лимоны, мандарины. Я даже не спорю, что надо для местных жителей поставить. Я даже вот могу садиться, поедем, я все покажу. Чтобы торговали, особенно свои. Я даже хочу, чтобы на море, на набережной или в проходах набережной тоже красивые поставили. То, что я все время говорил, что к морю идут, поставьте красивые просто. Пусть люди только зачем к нам приехали на юг, чтобы это, да, натуральное, свое. Пообщавшись с торговцами небольшого рынка, которые пожаловались на нехватку мест, Анатолий Пахомов принял решение на улице Обширонской построить взамен имеющегося новый большой рынок, так необходимый жителям Кудепсты. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.